А, ты тоже на заменке посиди. Послышалось робот просто. А, треугольник. Так, давайте. А, звездочка Don't Show Unknown летают. Печенька Never Helipad и Pyrex летает. В треугольнике у нас... А, кто у нас там за рулем? Айнен за рулем. Айнен за рулем, Зоркий и Войд летают. В крестике у нас Рос, давай ты. Рос за рулем. Так о чем, может быть, я Ройл, конечно, буду рулить. Так ты, я тебя оставлю, подожди еще. Не перебивайте, пожалуйста. Дрищ и Ваук летают. Разрушители без метки, Ройл за рулем и краш-тест ему таскают. Давайте по местам сейчас встаем, все починиться не забываем. Сейчас, одну секундочку. Эрчек даю. Шуман есть там? Да, вот Шуман, тут уже много кого нету. А, и еще Донт, если возможно, восьмой апати кликнуть. Сумоните банана. Рос, ты Куба бы не назвал? Нет, я тебя не называл. Но Донт мог. А, Донт, господи. Я тоже не называл. Все, окей. Ясно. И когда меня нет, тоже нас путаешь? Да. Это ты с Невером переобщался. Блядь, с Невером все переобщался. Мне кажется, это он переобщался. Прекратительно. Суки. Сорян. Просто с самого начала это. Печеньку, кто ко мне должен сесть еще помимо Хрипатова? Давай, я сяду сейчас. Короче, у Рейла кто-то сидел, не? Нет. Хорош тест. Крой его сел, короче. А что если тогда ты просто где-нибудь, где найдешь себе место? У меня посадка пустая. В уголочке пускай постоит. У меня на катапульте никого нет. У Ройла. Ну, я могу... У тебя не должно быть. Не, у тебя не должно быть. У тебя без метки разрушитель. Я понял. А, я не летаю, да? Нет, нет, ты просто скажешь мне. Да. Идеальный. Ты как там? Как живёшь? У меня сумона нету. Он сидит в холмах. Если кто-то мимо прилетит... Если кто-то мимо улетит... Суманите, пожалуйста. Кто там на осадках идеального? Сумоноги? Да, Сумон пришел, сейчас прогружаюсь. А на кого квест на этой неделе? Ну что, закроем квест. Спасибо. Кто меня выкинул с осадки опять? Лангрис, кто у тебя сидит в осадке? Краш-тест. Вот гадюки. Потолок какой-то. Его кто-то там... Чё,
Петя, ты тут? Тут, ну я, блин, прогружаюсь, меня еще не... Че, ёбаный рот, погнали нахуй. А, любое место, которое найдешь, туда и садись. Можешь мотоцикл взять. Идеально, ко мне садись, ешь. А, хотя ты уже вижу. Ладно. А че вы чопперы всегда там оставляете стоять? Может, они не нужны. Все, посадные по готовности, блин. На них спасаться хорошо, когда скидывают с босса. Да если ты давайте, слез, давайте, блять, охнули нахуй, фу, чё началось, пляйте босса. И так долго стоим, 20 минут начинаем мертвы. Закинули все. Ты меня не закинул, как бы. А, садись, пожалуйста, еще раз, Анон. Садись ты. Чё, вот это далеко? Бабло, попробуй до меня добежать. Меня выкинуло прям под этот, под разрушитель, я уже тут. А, ну хорошо. Три секунды, стаки обновляем, садитесь. Закидываем. А чё меня не закидывают? Ещё одного надо. Чё, погружаюсь? Да, пью. Да. Загрузился, кидай. Короче, в треугольнике я забагался. Ну, помогите Wild Fury добить моба и пушку. Сейчас. Всё, уже почти сейчас. Всё. Ты бы еще раньше сел, братан, кто там у меня сидит, не знаю, ну по. Роял у тебя есть? А, скажешь потом раскрутить все. Есть. Никто никуда не прыгает, так просто забиваем его. У меня в этом в оса в разрушителе нету, короче, вот только добрал. Забиваем его. 9% осталось. Отключил. Как сейчас тяжело будет. Давайте просто корову. Сел в ковш, не таскал, короче, данные. Хорошо. Раз. Сильваныч, ты заморозился. В кошке расплоть, а там не сел. Да все нормально. Я не знаю, кто у меня там не сел, но кто-то сел, типа, раньше, чем нужно. Ну, у тебя либо дрыщ, либо волк. Ну, вон дрыщ пишет. Ты сел, наоборот, раньше. Ну да, это уже, типа, была последняя заморозка, он просто сел, хуй знает зачем. Толик стоит, берите все халку. Спасибо. А плеча нужны от кого-нибудь? Нет? Если нет, то давайте дальше. Танковское колечко. Ну, в спеке сейчас как у нас система работает? Что ролишь все. Да. А какая из них? Голова боя, кстати. Приятно. Окей.
Самая дорогая куча. Серьезно? Сколько это? 4К? Больше, ты что? Я ее еще продавал. За 3. Сейчас уже, наверное, вряд ли. Да это мягко сразу сравнил. Мне кажется, да, с заводом РБК вряд ли она что-то стоит. Да уже все, что даже в льде падает на лсет, это уже бесполезно. Ты какой душный РБК, ты что, там увидят чела 210-го, его сразу кикнул, блядь. Даже раздумывать не будет. Да нет, типа, 210-й чел, это еще ладно. Если это че, там чел в ПВП, это все, это надо кикать. А с какого... РБК для итем левела 200-й и 205-й, блядь. Ну а эти геймы, блядь, пробовали пройти этот РБК? Это, блядь, на полтора часа один РБК, блядь, с таким гиром. Вообще-то нормально проходит. Типа, я бы не сказал, что у меня там 220 стал больше ДПС. Как они понерпили. Они взяли патч просто с X2. На X2 же нерв произошел, что там сейчас вообще. Кто спулил босса? Кто признается? Ну, там, когда на вторую половину комнаты отводишь трэш, там всегда он пулится. Не пулится, второй РТ только пулится. Да не, на самом деле пулится. То есть минуту мы стояли, он не пулился, да, потом прибежал. Да, он ходит. Ну, я не видел, что кто-то бежал к боссу. А вот так пулится, что трэш, когда его сюда отводишь, идем много раз. Трэш бьет, не бьет. А зачем отводить трэш? Его из-под купола надо выводить. Ну, обычно к воротам ведут. А. Да и вообще техникам каст надо сбивать просто. Скоба там захочется. Че, ляжете? Да не стильте, падайте уже. Там сейчас там, 3 инвалида будет трэш бить. Там вон техник хотя бы 100 тысяч хп, который... Если вы бьете, хотя бы его убейте. Да, он же под защиту. Идеально, здесь не работает диван. Попробуем, но вроде не работает диван. А, заивадился. Слушай, ну, я был не прав. Ты когда? Я сидел, успели аудио записать. Раз признается, что он был не прав. Я набываю не прав. Рост, а ты что-то употребляешь? Почему у тебя такой голос вечно накуренный? У меня? Не, у Розы. Да блин, просто... Домашка душ. Нет. Домашка душ? Да. Понятно. Какая домашка? Сейчас же каникулы. Какашка. Ну, значит, наебал. Через снайвер тогда. Говори, мы будем убивать без двух мобов. Ну, придется. Будем это учиться домашить. Наверное, помнишь, я тебе говорил, что я выставил на аукцион кучу масла? И оно пропало. Знаешь, что мне Гэм ответил? Ну, да. Типа, бывает. Бывает, идите нахуй. Мы логов не можем проверить.
понимаю. Да в смысле, блядь? Это одна из причин, почему новый аукцион идет лесом. А вторая? А вторая, он просто идет лесом. Понял. Ты будешь аргументировать свою позицию? Да блин, ну серьезно. Не знаю, мне раз помогал. Он никому не нравится. По-моему, нормальный аукцион, если бы он не помогал. Мне нравится аукцион. Я хотел купить сердамон на 50. Ну, типа, блин, да, когда его починят, типа, он будет красный. Он очень быстрый. Вот вопрос, я не могу понять, я смотрю на этот аукцион, да, вот я открываю, я смотрю там, мне надо купить один предмет, а он мне берет и типа стак выдает, что можно купить только стаком. Как мне понять, что я, где один предмет? Нет, нет, ты просто ставишь количество вещей, которые ты покупаешь, и все. Там наоборот стаками нельзя покупать, там может только, ну, ты пишешь конкретно, сколько тебе нужно, и даже если человек там выставил 10, а ты хочешь купить 12, он просто купит первые 12 позиций. Там стаками нельзя ставить. Он прикольный аукцион, только он сломанный, правда, но прикольный. Слушайте, а давайте после РТ поговорить про аукцион. Да. А мы пока кушаем рыбку, тут бафаемся. Да, души не было, господи. Все половины такие. Ну чё, уж пуляем тогда. Сейчас босс подошёл. Станьте все ключевые, что вы так вот делаете. Дрищ. Готовимся, сердце. Бомба вот сзади. Искру я уже смотрю, не играет. А Геру куда? На трэш оставим? Да, кстати, давайте Геру. А чё ты подошёл-то в миллизон с бафом? Хороший вопрос. Мы. А, нет. Спасибо, я всё. Thank you.
Или Невер поближе к нам. Из Крайсвуд, из друида вышел. О, у нас вся комбо висит, да? Ну там из-за лужи. Лужа. Ну да. А, не, у меня не висит. Тебе повезло. Да, ребят. ГЦ Сильван. Спасибо. Мы тебе из кары выбьем. Давай скажем. На плечку лучше 32. Давайте ботинки кому-нибудь. Еще одни ботинки. На трансмог. Дрыщ. Что-то плохой рекаунт. Скинь нам в босса. А лучше еще в искру. Какие-то страшные цифры. Да, я даже не в 10, ясно. Нет, ты у меня в 10. А чисто в босса. По звездам. А ну скинь. А, ну скинь. Это, да, это не то скинул он. Это звезды? На сердце. Ой, не, подождите, это сердце. А какое сердце? Никому ничего не надо, поэтому я все скидываю. Сразу кого прям надо мне сунуть? Да я пустой. Ой, как хорошо. Ты же понимаешь, сколько тебе сейчас это мусора прилетит? Ну, понимаю. Да, ну похуй, я так посмотрю. Разрушители. А что там стоите? Гоу, давайте, телепортируйтесь, погнали. Ну, гой висит. О, понятно. Ну, нормально, дайте мне Т-10. Ой, и Т-10 тоже. Можете умирать. Умираете. По искре, конечно, да, ребята, позор. А у меня цифры немного другие. Там стопудово Шова, твой первый, твой ник на первом месте, да? Нет, ну, точно такие же цифры. Вон он, на первом месте. А, это просто ДДП. У Донта просто Шовы нету. Нормально. Донт это баян, да? Да, да. Я уже на первом месте типа панкнул, потом мог. Ты можешь мне скидывать БЕшки, я их на твинов одену. Понял. У меня есть куда применить. Ну слушай, у тебя почти получилось, наверное. Не, помню. Давай писап. Не, ну убирай кубов, и все. А-а-а. Случайно. Мне не нужно. Харипаты, тут пол рейда нету. Делать, ну. Да, можно такое делать. А куда они пошли? А, сейчас прям. Давайте, у нас есть карнас, есть бананы. Пойдет. А чё, паладинам сейчас тоже надо в эту ловкость одеваться потихоньку? Нет, зачем? Ну не знаю, блядь. Ну анкнул вообще 56%, он говорит, 51%. За счет ловкости. Ну это фурик, ему надо. Не, на самом деле, типа, можно попробовать, типа, ну когда уже будет. Ну мне нужно 2-4, чтобы потестить. Куча есть вариантов. Типа, есть вариант забиться в крит и типа попробовать за счет этого как-то вывести. Но мне кажется, это будет хуйня, все равно сильнее силовой будет. Не, в ЦЛК, насколько я знаю, там нон-сетку уже одевают, в ЦЛК. Все надевают, типа, в зависимости от статов. То есть, если максимально эффективный по статам кожаный, надевают кожаный. Если потому максимально эффективный... Лац РПБ, потому что нет. Чего нет? Лац РПБ. Да нет, вы сейчас говорите за кого? За Вара, бля, или за паладина? За Вара. Не, я говорю за паладина, я вообще ничего не понимаю в Вара. Ну хорошо, у паладинов хочешь сказать, что им в ловкость вообще нельзя одеваться, но не надо. Да можно, ну типа просто. Паладины практически всегда одевались в ловкость. На паладину или куда? Нужно уголовно. Да, мы идем на уголовно. Так все равно чистите трэш, типа 4 минуты гера еще. Угу. А, ну, так слушайте, нам нужно ретриком билды нужно переделать на массакру. Слушай, мы в прошлый раз вообще это в одного ретрика убивали. А сейчас нам будет еще один.
Там просто умирать не надо. Короче, такая тактика. Ну, блядь, ну это интересно, это так еще не было. А что это за тактика такая? Можете рассказать? Да, давай, давай, делай. Ну, в смысле, смотришь под ноги, видишь кару, убегаешь, все. Тактика. Да на нет, миллион. Это я не против, ну типа проще ж массакрами, нет? А, кстати, Рос, давай ты в танка. И тогда но это... Пирекс тебе не надо в танка. Когда так мы... как раз танки ж идеально заводят ДКшки, нет? Ты просто подамажить хочешь. Слушайте, когда нет, мы убивались, давай, в тот раз убивали Алгалона, Райс был? Или нет? А, не было. Был. Ой. Был. И не было. Не было? Нет. В первый так. раз его не было, во второй раз он был. Не, я в последний раз, когда мы убивали Алгалона. Последний был. Водил, водил просто этих ДДшников. Нет, никто тогда никого не водил. А, никто не водил, да? Угу. Мы сами только на РТД одну метку. А что вы стоите, двери там нет? Алло, бегите вперед просто. Что ты душишь? Вперед, да? Так, давайте рыбку сейчас ставлю. А, ты паладин. Ты видишь, что здесь не был, ты здесь не танчил, да? Я танчил в прошлый раз на прошлом РТЖ. Ой, отлично, хорошо. Селимся, живем, все классно. А, шкаф поставьте, пожалуйста. Ты что, говоришь, да. Пирекс танк? Че, да, а я ваш миликов? Нет, ты... Вот ты знаешь, да, что сказать, типа? Понятно. Огурчики давайте возьмем. Пирекс, ты сделал бит на билд на всякий случай? Хорошо, давайте, Рос у нас вводит миликов. Пусть будет у нас меточка. Но меточка только для ориентира, на самом деле, все сами должны бегать. Так я все-таки не танк. Ты не танк, Пирекс у нас танк, ну, давай. Раз он в прошлый раз как раз танчил. Нормально. А, по звездам играет я, Нейвер, Войд и Кару. Все остальные туннелят босса. Я ставлю меточки, в кого мы играем. Хотя не, Войд, давай ты этим будешь заниматься. Опять. 25. А есть у кого фласк на ХП? Лишний. Да, сейчас дам. А, нет, не дам. Нету? А что нужно фласку на ХП? На Сильвановича обмен, да? На ХП, да, надо. Да, у Роза да. есть. Но и ладно. Вообще всем хилам отдай, если есть у тебя. Ну, ромбику на ХП есть, но саппорт же эффективнее, нет? Мне с ХП как-то лучше. Ну, ассиста дай там. А, нет, точно, кому нужна фаска на ХП, на Сильвановича обмен. У нас есть два танка, у них точно есть на ХП. А кто масло мне даст? У меня нету. Никто? Да Рейден, купи, я выкинул на аукцион несколько штук. У меня аукцион не работает. Не знаю, все работает там. У меня, кстати, тоже не работает. Лоты высвечат, но я не могу на них вообще кликнуть никак. Кто первый танк? Ну, как раз, наверное, ДК начинает, и я забираю на трех стаках. Угу, да. Рост первый, да? Нет. Невер. Пирекс, да? Пирекс, да. А мы присоединили Пирекса? Нет. А, да, ты на сферках, так ты на искрах, да, вместе со мной. Вот, ты звездочки будешь ставить? Угу. Хорошо, я на себя печеньку ткнул. Кто-нибудь ассист, идите по шкафу. Блять, а я же... Слушай, а ну, есть у меня минутка? Не пуляйте. Что такое? Я сейчас проверю свой нет. Давай.
Ля, Тупок, что это прилетело в Алгалона и не спулило? Ты видел? У меня самые быстрые руки на Диком Западе, ребят. Ты чё, как ты это сделал, гений просто? Бес отпустил. А можно не надо так больше делать? У меня случайно. Шучу, не случайно. Короче, я релогнусь на свой нет просто. Типа, чтоб не подлагало в ответственный момент. Давай. Просто, походу, накаркало только что. Нет, это я больше включаю. У кого там у паладина фаура стоит? Yeah. Блин, ты да знаешь, что следующие 120 минут пройдут офигенно. Почему сразу 120? Так Рос пришел, с Розом еще не убивали, блин. Ну, понятно, ладно, 120 тогда. Кстати, пошла разговорка, мы закрыли за 30 минут его. А я ни разу в этой не умер. Привет. Алло. О, как вам мой голос? Нормальный. Ну не очень, но мы привыкли. Терпим. Я готов. А, ну у нас там много еще не готовых, да. Что? Карна СВС я сдал. Дал самурай. Кому? Карнесу я уже дал. Ну, поздно. Мелики, Вромбик, давайте, быстренько. Стоим рассредоточены, смотрим аккуратно, к мили-зоне не подходим, не спавним, там лишние кары не нужны. У нас есть Вагин, раньше. Вагин, у кого конь? Оставьте Лишая, конь. Спокойно достаем. Третью ауру возьмите, у кого коня сейчас. У кого сейчас тьма? Плюсик в чат. У меня. Хорошо, Рос, тогда ты первый, Роял, ты второй, мастер даешь. Дальше у нас идет Сильван, Шова, потом Карнес. Это на какую ауру надо? Это на тьму. У Сильвана еще только мастер. Да, у Сильвана. А, хорошо. Короче, тогда Рос, Роял, Шова, Карнес. Порядок сокры, Сильваныч, Карнес. Давайте еще один арчек, тогда уже гуляем. Анонсить будете, да, когда нужно звать мастера? Конечно. Я просто здесь еще на нем не был. А, короче, тактика такая, что смотришь под ноги, если прилетит кара, это красная точка. Да, он был с нами в десятке. Да, на 8 метров. А, так точно, ты же был в десятке. Вот сам, только здесь их 3. Да, только здесь их 3. Все остальное без изменений вообще. Все, все готовы, давайте эрчек, да, блин, ой, эрчек, ДБМ. А первый же не имеет смысла на приплод, нет? А мы не на приплод, я просто это не себе на напу и на трапу. Тут свои чертежи. А что танки стоят в разных точках, так и должно быть? Да, Сильванович, так же в ДК-шку. Когда сапришь, таунтишь босса, таунти там, где стоит ДК-шка. Банана-мен, подойди или ближе к нам, или дальше от нас. Лучше дальше. Первый
первую свисту играем, она в миле идет. Смотрите аккуратно. Да, она выйдет. Сейчас. Берегитесь. Ой. Два друида. Череп играем. Мастер первый. Еще одна в миле, череп взорвется сейчас. Освободил тьму. Собирайте, заводите кары, аккуратнее. Нет, все звезды убили. А кто забирает звезды? С меня. А, так, что у нас тут? Минус 3 друида, минус 3 хила, давайте падаем сразу. Да, можете падать. По мне только что, все звезды. А, хрипатый, давай, ты не слакай, я тебе буду давать это говорить, наверное, когда лучше. Нет, я тебе не буду говорить, сам смотри, что ты за тебя это все будет делать. Тогда если я тебя одну забрал. Ну, не знаю, столько прилетело, я просто не смог вообще выжить. Так, кто у нас от чего умер? Я от Кара. Кара, первые два. Берегите. Кара, Войд, Банана. Можно ливать, это, блядь, не игра, это просто последний нахуй. Пытаюсь зайти. ДБМ потешный сиросовский. А ДБМ уже сирусовский появился? Да, могу скинуть в Дискорд. Чей, Адмирала? Адмираловский давно существует уже, несколько лет. Несколько чего? Несколько лет Адмиралову правит уже. Ну, скиньте, пожалуйста, в Дискорд. Так он есть в DC в разделе аддонов. Нет, тот, что в DC без льды вроде. Ставьте шкаф, у нас такая шкафа где-то пишет. Что, он не лобнулся? Я на квадратик себя поменяю, потому что ромбик какой-то не читаю, но, по-моему. А, потыкай баф. Так, заберите темную ауру. Я забрал. Все готовы, давайте запускаем.
Это будет красивая победа. Первый танчик ДКшечка у нас. Смотрим. Больше ТПС. Кара. Ой, я еблан. Мастер. Роял. Так не я сейчас первый. Мастер. Роял. У меня аура, я уже сдам. Блять, я уже сдал. Ну вот эти две до второй кары нормально, а типа четвертую уже после кары лучше. Поторопились. Мы падаем? Падайте уже, давайте. Да, мы падаем, конечно, конечно, падаем. Карлес. Ты мне? Да, спокойней. Спокойней, ты агришься. Я не агрюсь, просто зачем они хилят, если уже все упали. Мы только время тратим. Полностью согласен с Карнизом. Ну там просто сочетание и эй. Я что-то и прочитал. А можно либать, это, блядь, не игра, это просто последний навык. А что это как-то переводится слово это вообще с английского? Карниз? Угу. Это Донта спросить, но Дон же из Америки. Такого не знаю. Донт американец? Да ты что, знаешь? Нет, Донт просто не русский. Почему американец, если англичанин? Ну, тем более. Почему англичанин? Нет, он же в Америку ездит. Ну, знает он английский, значит он англичанин. Понимаю. Логика бетон, да. Минутку био. Батры будят. Что с воской. Суза, как так получилось?